Дорогие мои, всем еще раз привет. Позвонила сейчас подружка, сказала, будет через час. В гости едет. У меня около дома, даже в доме, только магазин красного-белого. Сейчас час дня. Туда я точно не пойду, к ее приезду. Рановато как бы по времени. Ну что, у меня есть час. Можно быстренько сварганить теоретически пирог. Да? Но я ж тут не живу. У меня ни блендера, ни миксера, ни толком ингредиентов из сахара, только рафинад. Давайте выходить из положения. Сниму для вас видео. Погнали! Ну что, мои дорогие, вот такая красота у меня получилась. Обязательно даем пирогу остыть, потому что прям когда достаешь его из духовки, сметана, она прям достаточно жидкая, и он должен застыть. То есть либо это должно быть прям едва теплое состояние, либо даже холодненькое. Он у меня уже остывает, наверное, минуток 5.
при открытом окне. И уже он подзастыл. Вот. Ну, моим рукам, естественно, капец от ягодки. Но это не столь важно. Самое главное, я успела, позвонила подружка, сказала, будет через 3 минуты. Все, нам прекрасного чаепития, а вам замечательного, отличного настроения. Пока-пока.